Всем привет, друзья, с вами Авиан. Сегодня я хочу пройти карту под названием «Мистическая книга» или «Проклятая книга». Я вообще не знаю, как называется эта карта, так что давайте приступим уже, потому что не хочу затягивать начало. Тут вон свет моргает, фу, ужас какой-то. Ладно, давайте, сейчас, через мгновение я буду снова с вами. Итак, появляемся мы в такой комнате. Я не знаю, к чему такие комнаты. У меня подвисает, потому что, ну, вы сами понимаете, с каким компом я живу. Так, тут написано «Правила». Начать игру и сюжет. Давайте сначала сюжет прочитаем. Ты студент, который решил зайти в библиотеку, почитать на ночь книгу, но тут произошло ужасное. В библиотеке закрылись двери и выключился свет. Дальше ты проснулся в непонятной комнате с операционным столом. Рядом с тобой стоял демон. Твоя задача — найти книгу смерти и изгнать демона. Зашибись, что я скажу. Правилам. Не читерить, играть в ГМ-2. Рекомендуется проходить в одиночку, не ломать карту. Давайте начнем запуск карты. Ну, звук чуть-чуть сделаю, чтобы мне было слышно. У меня просто наушников сейчас нет. Ой, библиотекарь. Ну, блин, можно было прописать команду Game Rule, чтобы командные блоки не мешались. Так, библиотекарь, что ты хочешь? У него такой крафт язычный, чтобы изумруды получить. Вот, походу, та самая библиотека, насколько я понимаю. Если будет лагать, ребят, я вас прошу не злиться на меня. У меня очень слабый компьютер. Интересно, что за этой дверью? Сейчас посмотрим. Ой, как страшно. Это что, скример был? Ой, блин. Что за детский сад, ребят? Не знаю, это что? Так, что за бред сейчас был? Ладно. Попытаюсь выбраться. Школьник какой-то карту делал или кто, я не знаю. Я бы даже лучше сделал карту. Вот, серьезно вам говорю, я лучше бы карту сделал. Так, что это? Что за бред сейчас был? Судя по всему, вот в этих дырках мне нужно отыскать ключ к спасению. Это можно так назвать. Ну, тут, если честно... Да, тут не продумано ничего. О! Опа! Это же та библиотека. Это та же, да. И что здесь? Библиотека, здоров. Ты какой-то сегодня необщительный. Ладно. Записка. Берем, читаем. Нажми рычаг под... И все. Хорошо, сейчас нажму. Так. Ах ты ж, сука. Ты что тебе... В смысле, автор, ты чё? Зачем так делать, я не понимаю. Меня подожгли, на меня произвели нападение, покушение на Авиана. Срочно помогите. Не знаю, что я за бред несу. Ладно, для честности, рычаг я спалю. Гори. Так, о нет, я догадываюсь, что нужно сделать. И что же мне нужно сделать? Библиотекарь. Мне нужно сделать выбор, типа... Или что? А, я понял. О нет, тут игра на выживание. Тут как повезет. Тут мне не повезло. Тут мне не... Или здесь не повезло. Давайте дальше идем. О, а тут повезло. Фух, с третьего раза. Бог на моей стороне. Спавн... Да ты серьезно, это хоррор-карта, какой паркур здесь может быть? Чувак, я смогу, смогу. Давай, я паркур-мастер. Вот ты дрянь. Зачем мне такие вызовы бросать, я не понимаю. Я же в паркуре, ну, скажем, если бы у меня был комп помощнее, так-то я в Pocket Edition вообще там мастер, можно сказать. Не буду себя хвалить, да. Элегантно звучит. Почти. Все, тренировка прошла успешно. Я знаю, как здесь. Черт, нужно завернуть просто за угол, нажать на shift и зацепиться за лестницу. Да чтоб тебе... Мистическую книгу я попал. Я вообще книги не читаю. Я не дебил. Я не... Ну, пока что не студент, конечно, но скоро буду им... А, тихо.
Но сейчас из-за карантина я даже в школу не хожу. Ладно, здесь нужно подумать. Так, включай мышление. Прыгаешь, цепляешься, падаешь. Прыгаешь сюда, живешь. Ой, мне кажется, это будет очень долго. Хотя давайте посмотрим, насколько я силен. Я силен духом и формой своей. Так. Да, я не знаю, как тут прыгнуть. Тут очень сложно все. Я, конечно, понимаю, что это серьезно все, но для того человека, который записывает видео для подписчиков и выкладывает на свой канал, это, а можешь сломать систему, получится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я сломал систему. Что дальше, чувак? Так, окей. Фу, живчик, живчик. Фу-фу-фу. Давайте, ребят, ставьте лайк. И если вы не поставите лайк, я не допрыгну. Даю вам 3 секунды. Раз, два, три. Да я шучу, я не такой тупой ютубер, как все делают там, типа... Ой, поставьте, ребят, поставьте лайк, а то я не допрыгну. Все, вы меня больше не увидите. Тут просто на удачу, как повезет. Если я упаду, я разобью свой комп. Если я допрыгну, я закричу... Вот это мне повезло. Так. Е-е-е-е-е. Я прошел паркур. Это, конечно, еще ничего не значит. Спавн поинт. Фух, соси паркур, соси. Рекомендую поставить спавн поинт. Я поставил. Ой, да мне и 3 стрел хватит. Так, записка номер 2. Попади туда. Случится чудо. Попадешь не то, не туда, случится ужас. Мне кажется, тут поршень стоит, и поэтому лучше я сделаю вот так. Ой, а так можно было? Чё? Серьезно? Я угадал? Ну, конечно, это нечестно было. Но я угадал, как будто я с лука попал. Короче, все, ладно, засчитываем это мне. Заклинание против демона. Ави мокалака, тока нока, пока, то ли долу, до боли, ой, сужу пиров, значит, его когда убьешь демона. Мой меч находится там, в аду. Они его забрали. Вот сучары. Сейчас мы идем. Они забрали мой меч. Чертоги страха. Вот он меч. Так, держи, расправься с ним. Ну хорошо, хорошо. Че там? Ты очкуешь сам, да, с ним расправляться? Автор кто? Понятно. Все, я иду драться с демоном. Ты думаешь, я настолько тупой, чтобы бить этих зомби? О, тут уже поинтереснее пошло. Ого! Ого, вот это броня. Что это за звуки? Они меня бесят просто. Так, это все откидываю. Ну, лук возьму, конечно же. Это зачитать надо будет обязательно. О, черт, мне надо его убить. Демон. А че ты такой белый? Демон, а? У тебя рычаг в руке? Или это сигарета? О, кстати, дай сишку. О, пошел нафиг. Демон, пошел в жопу. Вот черт, тут ограниченное пространство, но пофигу. Я его буду дамажить с помощью лука. Так, мне сказали убить его и зачитать рэп. Окей, зачитаю рэп. Как это со стороны выглядит, не знаю. Как-то пафосно. Демон, кстати, силен. Ну, знаете, по сравнению с детским садом, его можно считать, как он еще в яслях. А почему, кстати, белый? Демон, он же должен быть красный или черный, или какой там. Демон красный, по-моему. Я вообще думал, это демон. Ну, демон, сдыхай. Я тебя уже бью, не знаю, сколько я тебя бью. Ты меня просто так не завалишь. Я-то умнее, хитрее тебя. Рычаг сюда. А там кнопка стоит. Чувак, ты понимаешь, ты не продумал карту.
Там кнопка стоит, мне даже демона не надо, скорее всего, убивать. Но ради приличия я его убью, конечно. Я докажу свою небеспомощность. Чё там, аляп, халяр, халяр. А, надо его знать. Ави моко, лаки токо, ноко, поко, толи, доль, боли, йоло, сошел, пиро, фойло, йоло, зачитай. Все, зачитал. Что-то интересненькое. А вон и демон. Я-то знал тебя, чувак. Да что ты там будешь? Ну, короче, надо пожрать сначала. Я не грифер, не мародер, поэтому... А, картину нельзя ставить. Все, короче, что-то интересненькое. На этой карте работали 2 человек, 10 часов. Потратили очень много сил и времени. Сюжет, постройки, декор. Писал все многочисленные команды для вас. На оценку, спасибо за прохождение. Оценка, я скажу, если честно, карта говнецо. Ну, такой, знаете, я очень жесткий критик, я скажу, карта говно. Во-первых, что делает эта карта на официальном сайте, Minecraft, что-то там такое, ну, короче, ссылка будет в описании. Во-вторых, ну, как бы карта страшная, там даже она в жанре хоррора находится, но она почему-то вообще не страшна, я ни разу не испугался, и карта основана на сюжете какого-то PvP. Потом, команды, они как бы все видны, можно было прописать просто, ну, ее можно прописать, в общем, и все, давайте на этом заканчивать, я очень разочарован, потратил столько времени, ну, зато заклинание мне понравилось, пуна. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, что-то, пишите комментарии, в общем, делитесь этим видео с друзьями, как все говорят, это я первый раз делаю. Все, мне пора идти, записывать видео следующее и это монтировать, так что всем удачи, всем пока.